Оперативно и единогласно депутаты Кировской городской думы сегодня решили большинство вопросов повестки дня. А заметно оживиться народных избранников заставил последний раздел «Разные». В нем значилось выступление Павла Кошкина о текущем ремонте дорог. Полученная информация споров не вызвала, но поспособствовала принятию важного решения. Репортаж Романа Четверякова. В городе Кирове почему-то ежегодно асфальт стаивает вместе со снегом. Может быть, дело все-таки в качестве проведенных работ? Почему в других городах это не происходит? Зимой литой, а весной горячий асфальт. Примерно так круглогодично и в зависимости от погоды дорожники ремонтируют городские магистрали. По словам Павла Кошкина, сегодня должный вид обрели несколько центральных улиц и въезды в Киров. Последующее передвижение бригад определятся после проведения всех аукционов с подрядчиками. Список улиц, требующих ремонта, есть, как и сомнения, что будущей весной за них снова придется взяться. Все вопросы связаны с вывозкой снега стопроцентной. Значит, переходы на другие компоненты по реагентам, значит, очистку тротуаров механическим образом до чистого асфальта, содержание ливневки и своевременные ремонты, в том числе в зимних условиях, на 2 миллиарда рублей. Участки улиц Некрасова и Доровского, их капитальный ремонт, и есть тот случай, когда большие деньги сделали большое дело. Выделяемые бюджетом и дорожным фондом средства растут, но приблизиться к нужной отметке не получается. На этот год на ремонт и содержание уличной дорожной сети власти могут направить 430 миллионов рублей. Ровно каждый год, по этим причинам, как сказал Дмитрий Николаевич, мы экстренно авралом весной делаем ямочный ремонт. То есть у нас просто нет денег. По-простому, да? Хроническая нехватка денег – лишь одна из проблем, всплывающих наружу с потеплением. Другая касается нехватки рабочих рук. По данным Центра занятости, число желающих собирать мусор и прибирать газоны у дорог со 100 человек упало до 8. Дефицит кадров наблюдается и в самих обслуживающих организациях. Отсюда хромает и вся процедура необходимого сезонного ухода за дорогами. Песка у нас сыпят порой просто так. Вот на углу там Октябрьского проспекта и Московской высыпят на тротуары там пол самосвала песка. И эта куча так и лежит. Весной это все уходит на дороги. Поэтому с песком, как бы мы ни хотели, но давайте будем от него стараться уходить. Подсчитано, переход на современные химреагенты приведет к увеличению нагрузки на бюджет. Была названа и сумма порядка 120 миллионов. По общему мнению, она не столь смертельна для казны. Поэтому депутаты посчитали, оттягивать с внедрением новых технологий очистки дорог в зимний период не стоит. Иначе каждый раз оттаивать будут не сами дороги, а то, что от них остается. То есть, ну давайте там почувствуем разницу, сравним, как бы, по крайней мере, там в качестве эксперимента проведем. То есть там поможет, значит, у нас будет пример и там и решение там этой ситуации. Принимается, будем делать. Роман Четверяков, Максим Козлов, Вести Киров.